телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки предоставляется ежемесячная денежная выплата на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332-05-98. Театр «Самарт» стал центром особенного творчества. Говорится в телеграм-канале железнодорожного района. Здесь проходит всероссийский парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». 3 дня на сцене, 15 спектаклей коллективов с особенными артистами со всей России. Показы пройдут в онлайн и офлайн форматах. Вход свободный. По предварительной записи по телефону 333-25-32. Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа, сообщает в телеграм-канале Куйбышевского района. Первая поставка вакцины ожидается в сентябре. Специалисты напоминают, своевременная вакцинация – лучшая защита от инфекций. Прививка поможет предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония, бронхит, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы. В предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями. Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Глава Кировского района Игорь Рудаков провел итоговую отчетную встречу с активом проекта «Мой дом». Глава района с начала июня общается со старшими по домам, председателями ТОС, активом проекта «Мой дом». Вчера состоялась уже 15-я такая встреча. Охвачены все микрорайоны. Специалисты смотрят и оценивают, как развивается район и территории, какие объекты открываются. За последние 5 лет серьезных и глобальных изменений довольно много. С жителями постоянно держат обратную связь.